бежать. Пиу-пиу. Миу-миу. Почем? Подорого. Ты в каком классе? В пятом. Do you have a bus? Что? Что это такое? Помогите. Буш. Что такое буш? Помогите. Я не шарю. Береги себя и желаю приятного вечера. Спасибо. Поздно пить боржоми. Hola, mi amor. Te ves hermosa. Ваня, стоп. Ты определись, как бы, кто ты. Я понимаю, что у нас сейчас принято менять себя по-разному. Но определись, кто ты. Ты слишком хорошенькая. Ну да, что-то подозрительно. Когда выпускной? Через полтора года. Буш — это куст или президент? Нет, устаю, не устаешь все комменты перечитывать. Устаю. Но мне просто нечего делать. Лучше лыбу дичь. Айс. Айс, айс, бэби. Как быть крутой сучкой? Вот на кого я учусь. Туда. Шутка. Надо к заколкам ток подвести. Совершенно верно, чтоб не нахуй. Так вот. Морознула разок. На каком курсе или в каком классе? Я в шестом классе. На третьем курсе. Пойдет ответ. Ты откуда? Я из Таджикистана. Она устана. Да. Надо к заколкам ток подвести, это мы видели. Ваня, стоп. Баппи или Холланд? Никто. Дюрекс? Контекс? Смотри, сшибай бабки и не сши. Щи я очень люблю. Вкусный суп, ребят. Всем советую, покушайте, не стесняйтесь. Еще научитесь готовить его. Играешь в Brawl Stars? Нет. Конте? Белла? Ола. Gracias. Сколько людей с разных стран? Да вообще описаться можно кипяточком. Их очень много. Ну прям аномально. Какую музыку слушаешь? Крики твоей матери. Ладно, все, это плохо, это плохо. Я люблю слушать группу «Свидания» и «Фонг», «Самсунг», «Нокия». Спасибо за розы. На кого учишься? Я уже отвечала. Пожди, а ты вкусно готовишь? Ну, вроде еще никто не сдох. Осуждаю. Не надо. 3-3-10. Мне 28. Не палим контору, ладно. Спасибо. 11.08. 7.5.3.5. В садике в шестом классе. Угу. Ты сварщик? Нет. Механик. Ну тогда ладно. 26 же было. Чем вы слушаете? Мне 28. Капец, ребят, так трудно запомнить мой возраст вообще. Вы, может, скоро забудете, как меня зовут, вообще, как я подписана, нет? А, ну все, хватит. Пошутили, хватит. В пятом классе же училась. Нет, в шестом. Ребят, ну да ладно, вы серьезно? Серьезно? Да, серьезно. Эй, прив. Какой 28, максимум 20? Мне 28, ребят, у меня двое детей. Уже в детдоме. Потому что люблю накатить. В садике в шестом классе. Да, 50. 52. Ладно. Кстати, как тебя зовут? Валерон? Thank you for us, guys. Thank you so much. 10 розочек — это 1 цент. Ну, даже 0,1. Я сварщик. Розу мне сделаешь? Ёбни сигму. Не умей. Всех подкалываешь. А что? Чтоб не расслаблялись. Они знали, куда идут. Врун. Я не врун. Вы чё, офигели? Солнце, спасибо за розу. Ты прощен. А остальные нет. Чё это я вру? Возраст мой не помнит, имя мое не помнит, не помнит вообще, кто я и как я. Давайте заново знакомиться. Мне 28, я из Таджикистана, город Чебоксар. Я больше не могу. 20 лет ей. Не врите! Вы врушки! Это не враки, это шутки юмора. Фу, а кто ты? Аватар. На меня кричат. Мачу-Пичу, остановка. Ты же во втором курсе училась. Во втором классе и курсе. И работаю. У нее почти 3-й десяток уже так-то. Почему почти? Мне скоро 4-й десяток будет.
Капец вы! Чего вы ничего не помните? Чебоксары — это не Таджикистан. Не портите малину, тише! No name, thank you. Спасибо. Бля, я кушать захотела. Терпим, терпим, ребята. Терпим. Ты что, курила? Еще есть? Нету. Опоздали. Посмотрите мои зрачки. Ага, удочерили. Нет, усыновили, блядь. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Валерон. Откуда? Чебоксары. So original, so adorable, baby. Мне 37, я сварщика делать нечего, учу. Понятно, какой рост, какой рост? Как я Саш? Что такое я Саш? Мин же был. Нет, Чебоксары. Рост 1.55 м. Меня усыновишь? Так нет, не могу. Как бы ты себя чувствовала, если бы вчера вечером не ела? Блять, никак, я бы уже на том свете была, я бы ничего не чувствовала. А я вкалываю на заводе. 155. Да, я такая маленькая. Кто шарит, тот шарит. Отлично, ты хочешь есть. Я нет, я не хочу есть. Хотел сказать, да кому ты нужен? Нет. Ты пельмени варишь, я сталь свариваю. Я не варю пельмени. Я их сырыми хаваю. Не надо палить контору. Тише, ребят. Да, у меня 155. Стопталась. Нет, фиолетовые. Я ж аватар, блядь. Ребят, ну вы кринж. Чё, так вообще все, кукуха отъехала? Вы чё курили? Хрустяши, шуи, у меня 187. Капец, ты длинный. В штанах тоже. О, малая, шо ты, да, не шо? Уже не малая, уже мне 28, ребят. Вчера было 27, сегодня 28, завтра 32. Урыла. Закопала. Секунду. Надо, надо было, чтобы дальше шутки шли. Планчик. Угу. 52. 52 не мне. Ша дома жарю шашлыки, а мог бы дома шарить шашлыки. Ага. С деткой. Поехали в Африку. Какую Африку? Там воды нет. Нормально стелишь. Ну да, ладно, покаки. Покакаешь дома. Ты играешь в баскетбол? Нет. Я играю в шахматы. С Денькой. Ага. Моему брату 21, ты куда летишь? Это капец. Еду 220, чтобы работать, а не спать. Минове. Угу. Значит, завтра день рождения у тебя? Да, у меня завтра день рождения, ребят. Всех приглашаю на день рождения. Будут конфеты, торт, курочка, пюре. Мама сделает еще торт сама. Придете? Ты рэпер? Нет. Я акробат. Послезавтра тоже? Да, ребят. Ты точно в шахматы? Да. Кто первый на перегонки? Ничего не спрашивайте. Все. Юмор заканчивается. Не кривляйся. О, это... Почему одни Полины такие? Я не работаю там. И там плохо платят. Мало. Не кривляйся. Иди в жопу. Шутка. Надеюсь, не обидела вас. Надеюсь, обидела. Вот так. Думайте сами. Сыграем. На чем? Чур я за цимбалами. Все Полинки такие. Факты. Давай встречаться, я тебя люблю. Нельзя. Ты сегодня кушала? Да, кушала. Ты алкоголичка. Не рассказывай моих секретов. Полина, я тебе по секрету рассказала, а ты сейчас всем рассказываешь. Я ж не рассказываю, что ты там, не знаю, беременная. Какала?